В Моршанске отметили День защиты детей. 1 июня в стенах СОШ номер 1 была подготовлена театрализованная программа, а также представление кукольного театра. Среди приглашенных – выпускники дошкольных образовательных учреждений, победители всевозможных, в том числе творческих конкурсов. На празднике присутствовал и глава города. У вас впереди лето, замечательная пора, время отдыха, время веселья. Время полезных дел, потому что вы будете помогать мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Дел взрослые дела. Именно поэтому мы сегодня хотим вас поблагодарить, потому что хотя вы еще и маленькие, вы уже делаете много полезных дел. Для детей и их родителей стало большим сюрпризом получить подарки от главы города. Яркие красочные сказки станут обязательными к прочтению, конечно, после необходимой литературы, которую мальчишки и девчонки осилят за лето. Ведь уже этой осенью они пойдут первый раз в первый класс. Чем будешь все лето заниматься? Учиться читать, писать, считай до 100. В школу хочется? Да. Почему? Я люблю учить уроки и читать, заниматься. Чем будешь заниматься? Ну, рисовать, писать, читать. Хочешь идти в школу? Почему? Потому что я люблю учиться. День защиты детей – первый день лета. Этот праздник несет солнечный свет и тепло детской улыбки. Главный посыл праздника – обязанность каждого взрослого делать детство ребенка счастливым. Создать задел, чтобы у ребят в будущем были свои успешные семьи и счастливые дети. Ну, чтобы хорошо учились, чтобы росли умными, послушными и в дальнейшем воспитать себя достойным гражданином нашей страны, и чтобы нам не было за них стыдно. Александра Лялина, Андрей Щербаков, область новостей.